Избирательные участки в 69-й Самарской школе открываются под гимн Российской Федерации. Перед началом электорального процесса на УИК 3349 были проверены кабинеты, урны и кабины для голосования. Начали свою работу общественные наблюдатели. Здесь их четверо. Они следят за честностью и прозрачностью выборного процесса. Я должна наблюдать о правильности проведения голосования. То есть вначале я должна была прийти, что я и сделала, просмотрела урны, наличие кабинок, наличие листов и самое главное, чтобы они не были бы, помарены. Исполнить свой гражданский долг на избирательный участок в Советском районе приехала и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр города прошла процедуру регистрации и приняла участие в выборах губернатора Самарской области. Голосование проходит по законной процедуре. Кроме того, передо мной уже люди голосовали, что тоже не может не радовать. Хочется напомнить всем жителям Самары, Самарской области о том, что с сегодняшнего дня с 8 утра начались выборы губернатора Самарской области, человека, который будет руководить Самарской областью, Самарской губернией в течение 5 лет. И, конечно, наше с вами конституционное право прийти и проголосовать. К избирательным участкам жители Самары потянулись уже рано утром, к открытию. Многие хотели исполнить свой гражданский долг до начала рабочего дня. Одной из первых на выборы пришла жительница Самары Ольга Панина. Избирательным правом, отмечает девушка, наделен каждый человек. И каждый должен этим правом воспользоваться. На выборы, конечно, нужно ходить, чтобы выбирать своего губернатора. И у меня тоже близкие все ходят на выборы. Избирательные участки в столице региона будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.